Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, мы группа Brainstorm. Да. И мы бы хотели вас поздравить с Днем Океана 8 июня. Потому что... Да. Да, я хотел добавить, что конечно, океан, он ведь... Поздравление только сейчас и начинается. Да. Океан, его, как бы, кажется, День Океана, как его праздновать? Да. Тогда надо быть у океана. Но нет. Да. Ведь океан, он нигде не начинается и нигде не заканчивается. Он как бы есть. Но нет такой грани. Он то есть плавно переходит. Можно сказать, что он плавно повсюду. Да. Он повсюду, он переходит в море, потом море переходит к реке, а река ручеек и речку можно найти. Ну, да. Везде в кране. Да. Вот. Так и можно просто праздновать День Океана везде вообще. И у пруда. И у речки, и у океана. Я придумал хороший вообще цель, как праздновать День Океана. Вот идеальный День Океана был бы тогда, когда мы открываем кран, и все семьей собираемся у крана, вот красивые бокалы, и заливаем из бокалов чистейшую воду из крана, закрываем кран, закрываем бережом, закрываем кран, и все выпиваем за то, что вот у нас такая чистая, хорошая вода среда и вода. Соленая она. Да.